Передача «5 o'clock» с Азарем Гарибом снимается в ресторане «Мерси Баку», который находится в крепости. Крепость – колыбель городской культуры. Крепость – это место, с которым у каждого из нас связаны свои определенные воспоминания. Сегодняшним гостем передачи «5 o'clock» станет один из самых известных жителей крепости нашего любимого Чаришаэр, народный артист Азербайджана, режиссер Васиф Бабаев. Васиф Малим, рад вас приветствовать на этих узких улочках родной вашей крепости. Приятно видеть вас здесь. Спасибо. Давайте пройдем в ресторан «Мерси Баку», где и будем говорить о крепости. Васиф Малим, 5 o'clock'a hoş geldiniz. Çok sağ ol, minnettarım. Rahat vas privestvet. Vasimem, вы народный артист Азербайджана. Вы долгие годы проработали режиссером и долгие годы прожили в Чаришаэр. И я хочу наш разговор построить вокруг двух тем. Вокруг телевидения и вокруг Чаришаэр, нашего старого города, крепости. Скажите, пожалуйста, вот те разговоры, которые сейчас ведутся о нынешнем состоянии азербайджанского телевидения, насколько вы их, эту критику поддерживаете, и чего не хватает нашему телевидению, и как вы, сравнивая вот с годами вашей молодости, можете сравнить то телевидение и это телевидение? Азамен, для меня это очень сложный вопрос. Почему сложный? Потому что на всех каналах, 8-9 каналов существует в Баку, еще периферийный канал есть в Азербайджане, ярче 15-20 каналов, еще иншлат интернетные каналы, да? Во всех этих каналах есть мои ученики или люди, которые со мной начинали работать, или близкие, потому что я не могу критически относиться к этим каналам, понимаете? Но, в принципе, в этих каналах, ни в одном из этих каналов самого главного нет. Культуры нет, культуры производства нет. У создателей программ интеллекта не хватает, понимаете? Не то, что профессионализма, это второй план. Интеллект у создателей, режиссеров, операторов, авторов должен быть определенный уровень интеллекта. Вот этого не хватает им. Все, я больше ничего не могу сказать о телевидении. Вы очень резко сказали. Ну, это не резко, это мое субъективное мнение. А ваше отношение вот к цензуре? Мы знаем, что в советское время на телевидении была цензура. Да. У нее есть, наверное, положительные и отрицательные, да, стороны. Вот как вы относитесь к цензуре? Азамалин, годы независимости, уже 25 лет мы почти существуем независимо. Где появились такие выдающиеся произведения, которые снимали в советское время, в годы цензуры? Те фильмы, которые мы сейчас смотрим с удовольствием, фильмы прошлых лет, они все в период цензуры. Сильные цензуры создавались. А сейчас без цензуры они не могут снимать фильмы, ни телевизионные программы. Мы тогда выезжали, показывали с Москвы по центральному телевидению, на Европу показывали свои программы. По 2 часа через каждые 2 года, знаете. На Европу выходили. В то время существовало 2 проекта. Один Евровидение был, там сообщество. Это объединяло телевизионные каналы капиталистических стран Европы. И одно интервидение было. Вот в эфире появлялась шапка Кремля и позывные были, помните? Значит, эта программа выходит на европейский экран, на соцстраны. Вот мы, я в частности, я сделал 7 программ, через каждые 2 года они показывались. 2-часовую программу делал. Рассказ об Азербайджане, 50 минут фильм шел. 45 минут шел концерт мастеров искусств Азербайджана. И в начале выступления нашего лидера того времени, Гайдара Алиевича, на 20 минут, 18-20 минут он выступал в самом начале. Это нам предоставляли выход, Москва предоставляла выход. А сейчас таких программ нету. Восьмая, вы такой энергичный, боевой. Вы действующий домашний пенсионер или работающий пенсионер? Я вообще человек энергичный. Да, мы знаем. Бежать, Азербайджан надо, гайш балдыр. Вечно в движении, понимаете? И у меня мышление как часовой механизм. У меня мышление 20-летнего юноши. В принципе, понимаете? Ну, так сложилось, сейчас я самостоятельно работаю.
Над чем сейчас работаете? А сейчас я делаю фильм, уже кончаю фильм по заказу Министерства культуры. Это фильм о председателе Государственной комиссии по космическим полетам. Керим Керим такой был, известный генерал-лейтенант, лауреат Сталинской, Ленинской государственной премии. Один из основоположников советского ракетоноса и советского космического пространства. Он был рядом с Королёвым был. Королёв подчинялся ему. Вот в этом фильме мы покажем. Все думали, что он там 5-й, 10-й, 20-й человек. Он был первым человеком. Советский космонавт. Ему давали рапорт космонавта, да, по-моему? Не только космонавт. Это форма просто. Форма. Прощание и встреча космонавтов. Все заводы, все космические предприятия подчинялись ему. Я говорю, генеральный конструктор Королёв подчинялся ему. Вот в фильме об этом все было сказано, и будет на показах все будет показано. Это будет уникальный фильм. А его я сам открыл. Я поехал в Москву на центральном телевидении, тогда я там вырос на этом телевидении. И у меня друзья были, которые имели доступ на космодром, на космический объект у них был доступ. Журналисты, операторы, режиссеры, несколько человек их. Ну, я с ним все сидел, поддавали мы, там рассказывали о том, о сём. И они мне помогли, вышли на него и дали мои разрешения, чтобы я к нему Кирилл Малюч позвонил бы. Еще он был закрытый, он совершенно секретный генерал был. Его еще никто не знали, понимаете. Я позвонил, встретился с ним в Центр управления полетами, понимаете, в Центре подготовки космонавтов. И потом я добился, уже его открыли, он сам бедно говорил, бедный Дивен, да, Кирилл Малюч. Если не ты, говорит, Бабаев, обо мне так и забыли бы. Я так остался бы до конца жизни закрытым человеком. То, что я бегал в Министерство общего массовостроения, Главкосмос СССР, КГБ СССР, Гостелерадио СССР. Я по этим объектам бегал с письмами и добился его открыли. Я в 88 году привез в Баку. Я о нем сделал фильм, но фильм был неудачный. Ну, тогда даже не ставилось задачи, чтобы фильм был бы удачным. Почему? Потому что сейчас важно было показать, что это он азербайджанец в эфире. Все слышали его голос, но его не видели и не знали, кто он по нации. А я это сделал, открыл, часовой фильм снял. Спасибо вам большое. Восьмя, мы вас больше знаем как телевизионного режиссера. Вы, наши телевизионные каналы как-то прибегают к вашему опыту, советуются с вами, привлекают в том или ином качестве? У меня есть свои ученики, студенты. Будущие студенты театрального института, которых я готовил дома, несколько десятков их. А так они ко мне звонят, ко мне приходят, которые работают на телевидениях. Сейчас на Гостелерадио там главный художественный руководитель – это мой ученик Эйтабар Бабаев. Предположим, да, он занимает сейчас мое место, которое я занимал там. На Спейсе, там, на Лидере, везде мои есть знакомые ребята, с которыми со мной общаются сегодня тоже. Вы один из известнейших людей в Чайри-Шайри. Во всяком случае, люди, которые здесь росли и выросли, они вас знают и не понаслышке. Вы, говоря таким языком, несмотря на всю вашу интеллигентность и хорошую образованность, и хороший послужной творческий список, вы из той категории людей, которую мы называем лохтой гадаш, да? Лохчи джайл. Лохчи джайл, да. Скажите, вот ресторан, в котором мы сейчас снимаем эту передачу, очередной выпуск Five O'Clock, Merci Baku, он находится прямо около нынешнего отеля Меридиан, где раньше была кебабная Мамед Али. И все таксисты ее знали, насколько я помню, потому что я тоже немножко здесь пожил. У меня бабушка и дедушка жили в этом доме. Ага. Вот как раз вот в этом дворе, где сейчас находится Мерси Баку, да, да? Жили мои бабушка и дедушка. Ой-ой-ой, меня... это папины или мамины? Мамины. И меня каждую субботу приводили сюда. Это здорово. Да. Но у меня нет таких воспоминаний. Для меня приятно слышать, что такой известный человек, как Азар Гари, жил в крепости, родня его из крепости. Спасибо. Но я помню, вот я тогда учился в 134-й школе. И, 134-й школе. Да. Я тоже уже кончал эту школу. Седова, Апольнара, Павловна, знаете, а вы не знаете, вы потом пришли. Да. Шевцова была тогда, когда вы пришли. Да, Любовь Яковлевна. Да. Так вот,
люди, которые хотели попасть сюда, вот где 27-я аптека была и так далее, да, они не ходили через крепость. То есть они сзади метро Боксовет тогдашнего, они в крепость не входили, они обходили по губернаторскому садику, потому что любого незнакомого человека в крепости задевали крепостные ребята. Но я когда заходил, я называл имя своего дяди, который тоже был достаточно известен здесь, и меня не трогали. Вот почему была такая слава у крепостных? Почему здесь задевали чужих незнакомых ребят? Вы были в числе тех, кто задевал их? Знаете, вообще, честно признаться, крепостные, кто родился и вырос в крепости, очень гордятся тем, что они крепостные. Баку начинался с крепости, с этого города, понимаете? И сейчас, где мы сидим, очень известное место. Это Чабабные Мамедали, где гостиница Мамедали, и дом Гаджинских за нами. За нами этот дом, он в советское время назывался «Дом Русский Лен». Здесь был магазин на проспекте Нефтяника, он выходил. Назывался «Русский Лен». И все его знали, что это дом, какой дом. Когда говорят «Русский Лен», значит, уже знают, что это... Когда вы со мной говорили по телефону, я спросил, какой дом это? Русский Лен? Помните? Да, так что это... А про Мамедали тоже идет слава, потому что в Баку, в Чаришаар, было два известных Мамедали. Один Мамедали был полковник, начальник бандотдела города Баку, Мамедали Алиев. И другой Чавапчи Мамедали, Вахабов. Этот полковник спал на крыше все время. У него была овчарка, немецкая овчарка. Это какие годы? Это, я не знаю, какие годы, но в 49-м году его убили. Это я сейчас рассказываю, дойду до этого. И в 49-м году его убили на крыше, когда он спал. Сперва отравили как-то, я не знаю, собаку, овчарку, а потом его пристрелили. И когда пришли, видит он мертвый, рука уже его была под подушкой. Он хотел там свой револьвер достать, не успел. Понимаете? Бакинский Жиглов, да, был? Да, вот, ой, слава Богу, вот такой он человек, очень известный, в 49-м году было, понимаете? И второй Мамедали Кебапчи, да. Это... А чем был известен вот этот Кебапчи Мамедали? Кебапчи, потому что... Ездили весь город кушать кебаб. Да, потому что в этом кебабной готовили самые лучшие пяти в Баку, самый лучший кебаб, люля-кебаб, понимаете? Разные блюда, хамир-хорилер, мучные, дюшпера-кутаб, персонально. Люди заказывали, что мы придем завтра, там, 5 часов, приготовьте то-то. Вот я ходил в баню Агамчайл-Хамам, да, здесь выше есть баня Мештибадбас, который, где снимался фильм. Я оттуда выходил, приходил, пяти кушал там. Я без родителей рос. У меня мать умерла, отец умер в 56-м году, мать в 59-м. Я остался, 5 братьев у нас осталось, Ариф старший самый был. Я приходил туда, пяти ел. Они детям, если пяти стоил, предположим, 2 рубля, они молодым детям давали, значит, по рублю, полцены давали. Беле хөрмәтле, шай-шай, өзмәле адамларына. Вот этим он был знаменит, этот кебабный. А кто такие были ахшалварлылар? Почему город Чаришаар делился на разные кланы? Ахшалварлар, гарашалварлар? Они как-то конфликтовали друг с другом? Нет, никакого конфликта не было. Ахшалварлар – это элитные люди, азербайджанцы, из крепости. Элитные я называю их почему? Потому что они выходили по морю, через море, через Каспий, торговали с Ираном, Казахстаном, я не знаю, и так далее. Купечество? Они, да, они или владели своими кораблями, судами, или же они были просто капитанами. И, естественно, они одевали белую форму. Белые брюки обязательно было для моряков, для капитанов, для командного состава. Белая кость. Да, и они считались элитными, потому что они выходили за рубеж, как Азар Гариб одно время все равно разъезжал по миру. Все считали, что всю дюняну езжали. И гордились этим, что они ахшалварлар, да. И все уважали их. Оттуда идет ахшалварлар. А гарашалвары, все остальные? Гарашалвары, нет, зачем, у них тоже. Вот мы корни наши ахшалвар, да. А отцовская часть у меня сирихуда. Несли, лягамиз сирихуда, ата тарафим. Ана тарафим джузейналлар несли, бис. Не джузейналлар.
Джуд, обычно как еврей, да, говорит, а джуд еврей, я худо джудол. Мой дед был очень скупым человеком. Он лишнюю копейку не потратит. Ну, это то, что рассказывают я. Не следа, не следит, да. А его называли Джуд Зейнал. Вот мы между тремя кланами, да. Ахшавалла общий, а там же появлялись Сири Худа. Но отец мой был верующий, глубоко верующий, интеллигентный человек. Правда, потом в советское время стал партийным работником, партийным руководителем. Как получилось, что вашего брата назвали Хосе Диас? Это был Хосе Диас. Это было в 37-м году. Он 37-го года рождения. Он на 3 года старше меня был. В 37-м году Советский Союз по приглашению Сталина, Иосифа Виссарионовича, из Испании приехал 25 человек, членов Коммунистической партии Испании. А здесь жила Долорес Ибаррури, почетный председатель Испанской Компартии. А кто оттуда приехал, 25 человек, их председателем был Хосе Диас. Они были в Советском Союзе несколько дней, я уже не знаю, да, сколько. А мой отец был партийным. Тогда все партийные, идея у них своя была, да, своеобразная, влюбленность была в эту партию. Когда оттуда они улетели на самолете в Испанию, самолет взорвался в воздухе, и все погибли, естественно. И в это время родился мой брат Диас. И отец, как член партии, назвал его именем Хосе Диаза в честь этого председателя Испанской коммунистической партии. А как ему с этим именем жилось? Он мало жил. Когда уже паспорт уже проходил, они Хосе убрали, остался Диас. Он так что умер вот так. Он очень был шустрый оған иде, была настоящий гадеш. Я, конечно, у габа кошлар вар иде. Нам кошлара дёрмем, не видел я коши. Коши были до революции в Азербайджане, понимаете? А потом уже, после 20-го года, джайл дейділер, гадеш дейділер, енді ақсақал дейділер, понимаете? Из поколения в поколение, да? Но Баку были настоящие джайлы. Один из этих джаилов, я знаю, вам надоело все это, но это... Что вы? Да. Мне приятно с вами общаться. В Баку, в Азербайджане, был очень большой джаил, бля, настоящий кши. Адыль крепостной. Адыль крепостной. Это очень величайший такой человек был по характеру, по гуманитарным соображениям. Он имел бабки какие-то, откуда-то мы не интересовались никто. Но он всем бедным помогал. Если у кого-то умерший, кто-то умер, надо его хоронить. Места нет и денег нет. Джумах шаму за двеме. Да? Он приходил, все сам проводил. Если свадьба у кого-то, он помогал, если семья бедная, понимаете? Он такой уважаемый человек был в Азербайджане. Не только в Баку, в Азербайджане. В один прекрасный день, и он все время, каждую субботу, там, пятницу, ходил в баню, Харам Чай ходил купаться. Его хорошо там принимали, кисячие за все это, да? У него сердце взорвалось там, лопнуло, и он там умер. Пока его закрывали в ковер, выносили, пошли домой сказать жене, что, мол, такое событие. Пришли домой, а он здесь рядом жил, вот, совсем за углом буквально. Жена его тоже умерла, миг умерла, в течение 10 минут жена умерла. Вот такая трагедия сердце была. Сердце не выдержало. Но. Посмотрим, мы знаем, что один из самых любимых нашим народом фильмов «Последняя ночь детства». Этот фильм снимал ваш брат Ариф Бабаев. Давайте один эпизод из этого фильма посмотрим вместе. А да, пожалуйста, к нашему разговору. Рейди емель, чуматни вереджеме. Яче олан сене, мен пулады чектим. Сильсен 2 маатте верим. İş pulda da öyle, iş vinimatinle olmalıdır. Adamlar gereği birbirine vinimatinle olsun. Sen bana vinimatinle olarsan ben de sana. Düzdür. Вот это известная фраза. Бандамас? Нет, iş сосискада değil. Ha, да. Hürmette de. Vinimatinle olmalı. Vinimatinle de. Вот это Давуд, один из самых таких любимых персонажей в этом фильме. Это самый правда, яркий персонаж фильма. Да, вот он настоящий, как раз-таки такой крепостной. Это правда, что прототипом его был ваш брат? Да.
У меня брат тоже такой же был. Меня гадешили. Джайл. Вот, Ариф Бабаев, который снимал... Нет. Вот нет? Младший Ариф Бабаев, Ачил был. И он был известен в Баку. Ну, Баку дианда Ичари шахар, Советская, Дарлинка, Бар шахар, понимаете? Побеле, да? Кубинка, я это имею. Ода Кушпалдар чокту. Все они голубей держали. Они каждый суббот-воскресенье ходили на голубиный рынок. Здесь на Гагаринский мост, на мост Джамашир Чопсу, да? Под ним базар был. Я тоже ходил. Птичий базар? Птичий, голубиный базар. Голубиный базар. Джершин, да. Он был очень известный, его назвали все Кушпазарчев. Мяшир Кушпазарчев. Он шофер был сам вообще. И у нас дома стоял мотоциклет, который привез из, после войны из Германии капитан КГБ. Он жил в квартиранстве со своей женой у нас. Во дворе, его мотоциклет стоял. И Ачив, мой брат этот, прототип Давуда, выводил его на улицу, ездил там, с ребятами болтал. Он хорошо нарды играл, хорошо голубей держал. Папаху так же нашел, как у Давуда. Это, может, даже Ачив папаха была. Мотоциклет наш был, голуби наши были в фильме. И после этого, когда фильм появился на экранах, все поняли, что это прообраз Ачифа. Давуд по образу Ачифа. Он тоже так себя вел, беля погодышки, понимаешь, беля, да. Любил альчики играть, джай задонир, беля, беля. А что такое альчики? Альчик, джай, да, джай. Я-то помню, что это... Три альчика. Кусочек из бараньей кости. Да, да, ноги. Кости, вот, три альчика. Они на полу играли. Сидели на корточках и джай. Чапрас, духат, так и фейла вот, да. Бросали, дам другой камень, и на камень играли, был такой альчики, да, и сепелема у них, да, сепеляли, по земле, по асфальту они играли вот так. Это называется гумар, да, побеля. А вы помните вот эти дни съемок этого фильма «Последняя ночь детства»? Конечно, у меня на глазах многие съемки, которые происходили в Баку, не только у меня на глазах, знаете, Ардемен, в те годы, если 300 с чем-то фильмов оказывается, вот один час назады наш... Киновед снимался в Баку, в крепости, понимаете? Это же был живой павильон был, открытый павильон под открытым небом. Со всего мира сюда приезжали. Я даже видел бриллиантовый, как снимали. Да, черт побери. Ну, конечно. Агам Чайламан, они ездили туда купаться, часачи за пиво пили, потом выходили, пиво пили, понимаете? Это Миронов? Да, Миронов, это самый, как его, Никулин, да, все, понимаете? Они... Севили для кисячей гельмя ходить туда, чтобы тёщик обслуживал очень. Они любили, а потом пиво пили, пьянствовали там. У меня на глазах, да, много фильмов. Тегеран 43 здесь снимали, Ален Долан, я видел всё. Потому что все крепостные ходили, смотрели. Тогда было увлечение, любовь была к кинематографу. Ален Долана тоже помнится? А? Помнится, конечно, конечно, это же рядом. Рядом все. Все происходило на этих узких улицах, понимаете? Да. Васима, а какой кайф вот держать голубей? Вот гушпас. Вот в чем изюминка? В чем секрет? Азамян, я вообще вам советую, чтобы один день я вас взял бы там на крышу, чтобы гушпаздан отрабил самовар чай версию на сюда дам, да. А сейчас есть еще гушпазы? Ну, конечно, в крепости. Самовар чай сам заварят вам хороший. Что надо? Надо пиво принесут. Принимаю приглашение. И голубей покажут вам, как надо за ними ухаживать, как голуби себя ведут, как они лечат их. Это уникальные люди. Любители голубей, они любители мира. Пикассо недаром назвал голубей, что они символ мира. Помните, да? Раньше величайший художник назвал голубей, что это символ мира. Это большая любовь. У меня тоже огромная любовь к голубям. По сегодняшний день я хожу в крепость только для этого. И вообще, когда я в крепость прихожу, на родную улицу, в родной город для меня крепость, я немножко облагораживаюсь, понимаете? Но, к сожалению, это облагораживание проходит, как я выхожу отсюда. Смещаюсь с другой толпой в городе, и все. Вот то, что мои чувства. То есть в крепости еще остался дух старого Баку? Да, осталось. Аура осталась. Та же самая, понимаете? И люди есть старожилы, которые с жалостью, с сожалением вспоминают те годы сегодня, понимаете? Тогда менталитет крепостных, что это значит? Это любовь друг к другу.
симпатия друг к другу, понимаете? Свадьба, все округи, как будто одна семья, и тарелки принесли. Дома тогда были свадьбы, или во дворах были свадьбы. Тогда и ни чадыра не было, ни палаток не было, ни ресторанов не было. Все это делалось во дворе, там, в квартирах. Стулья приносили соседи. Это как одна семья, да, мы были. Восьмым, еще один известный крепостной был, тоже гордость нашего народа, Вагиф Мустафазаде. Вы были знакомы с ним? Я вам расскажу, но это долго, я боюсь, ваши полчаса не уместится это все. Серьезно. Я с Вагифом познакомился. Все не рассказывайте, расскажите немножко. Да, я сейчас немножко расскажу. Я, значит, с Вагифом вначале познакомился в парке пионеров школьников. В сад Пахчабазиля, да, сейчас филармонический сад. Из крепости выход был туда. Да. А там одно время обучали бальным танцам. Полька, полонез, краковяк, орлан на гздар, держали за руку и танцевали. И Зивер, Зивер Ханум, Вагифа мать, приводил его туда. Мне было 12 лет, и ему было 12 лет. Мы одногодки. Просто он мальцевский, я сентябрьский. И мы там с ним впервые познакомились, потом мы долго там встречались. А мы жили выше. И он все время приходил ко мне, да, к нам домой. Он любил голубей, посидеть там на даче, покайфовать, понимаешь. В общем, он и курил там, да, гулял, да, нам удовольствие получал, да. И мы очень близкие были. А потом, я когда на телевидение пришел, мы тогда еще сблизились, понимаете. В один прекрасный день, ну, тогда я уже говорил, отец, мать у меня умерли. Это был примерно 60-й год. Нет, 61-й год, извиняюсь. Вагиф ко мне приходит, это был 61-й год. Вагиф приходит ко мне со двора, кричит: «Васиф, Васиф, я завтра уезжаю с матерью в Чистоводск, давай поедем с нами». Я говорю: «Что, Вагиф, ты же видишь, что я без родителей, откуда у меня деньги, да? Ну, тогда я уезжаю, если найдешь деньги, только на поезд найди, а приедешь в Чистоводск, у нас будешь жить». Он ушел, они уехали. Через неделю приходит другой мой товарищ, Эльдар Идаядзаде. Потом в 80-е годы он даже был министром легкой промышленности одно время. Он приходит. «Васиф, я, говорит, уезжаю в Тбилиси с отцом, у отца там друзья. Идем, да, на вокзал проводи до меня». Я говорю: «Идем, да». Я как был одет в рубашке. Он говорит: «Не надо одеваться, ты на машине нашего отца поедешь и на машине же приедешь, да». Я сел на машину и поехали на вокзал. Ну, еще до отхода поезда оставалось определенное время. Кедимко без емель задалом, отрав без гейделей, да, отметим немножко наш отъезд. Проводы. Проводы. Он пошел там, купил там пиво, там что-то, да, я не знаю, бутерброды. И на вокзале раньше были, на перронах будки стояли там. И мы сидим, кушаем, пьем. Я проснулся, смотрю, я в Тбилиси. В Тбилиси уже я, в купе сидел, вдруг в Тбилиси. Я вынужден был остаться с ним в Тбилиси, 5 дней мы там жили. Потом отец говорит, что знаешь что, они мне купили туфли, там, рубашки в магазине, чтобы я носил. Давай, говорит, поедем в Кисловодск, отдохнем. 5-6 дней там побудем. Я говорю: «Ну давай, да что делать?» Я поехал с ними. А Вагиф, когда уезжал в Баку, он мне сказал: «Слушай, если ты в Баку, там, в Чистоводск приедешь, я около колоннады, там колоннада есть известная для Баку, это вход в парк, я в один час буду там стоять тебя ждать. Чем хочешь, я могу поклясться». Мы приехали, 9:10, там поезд приехал. Мы оттуда прямо к колоннаде, смотрим, Вагиф стоит там с двумя другими ребятами. Пеш-хош, можем поцелуй туда, обнимка. Что делать? Пошли на базар. Нам нарубили там для чабаба мясо. Купили соленья, помидоры, огурцы, там лаваш чуэй, да тендер, хлеб. Туда-сюда. И пошли туда, в замок Аварту Любви наверху там. В Чистоводск, известное место. Да. Высокий замок. Поехали туда. Там мы дикарем. Это место отдыха всех приезжих называется замок. Мы там нарезали, все сделали, покушали, выпили хорошенько. Я проснулся уже в отделении милиции там, в Чистоводске. Оказывается, мы подрались там, а я ничего не помню уже, я под мухой был, да.
В общем, 15 суток я там отсидел. 15 суток отсидел, Вадив ко мне приходил. Но Вадифа, зивер мать пришла вечером, ночью. А я отсюда забрала своего сына. А я там просидел 15 суток. Правда, брат мой приехал, потом через 5 дней не смог меня выпустить, не отпустили меня. Моя будущая супруга, которая со мной в институте училась, она там отдыхала со своей семьей. Она каждый день приходила туда, в тюрьму, где я сидел. Передача носила? Она, передача нет, она давала деньги там, чтобы меня от всяких улицу подметать, там забирали людей. Улицу подметали там назад. Отмазывали вообще. А. Я выходил оттуда, гулял с ней, шел днем отдыхать, а вечером 7 часов приходил туда в камеру. Вот я 15 дней так и просидел там. Восьмем, а как Вагиф и Мустафазада относились к крепости? Он как-то выбивался из этой среды, вот этих гадящих, он как-то отличался? У него лексикон был гадешский такой, да, лексикон, неграмотно русский был. Пеля, крепостной, да, вот как у меня, да, он такой горячий был, он очень эмоциональный человек был. Когда, значит, ну, его любили, во-первых, что он, когда, ну, тогда не так уж очень его знали, но знали, что он музыкант, играет. Кстати, на вечерах, о которых я говорил, студенческие вечера были, он там играл, Рафик Бабаев играл, понимаете, очень известный наши, Сермакашев тогда играл, известный, Лубенский играл, потом поехал в оркестр Утесова играл, барабанщик, я даже его помню, понимаете. Вадим нам хорошо относились. Потом, когда я на телевидении работал, главным режиссером телевидения был, а он был, приходил ансамбль «Севиль», Эльза там пела, и другие девочки, его жена Эльза, да, которую он с Грузии привез в Тбилиси. У нас был председатель Гурбан Юсуфзаде. Он партийный такой человек был, по школе преподавал историю КПСС. Его назначили к нам председателем гостелерадио. А Вадим с бородой, там, бакенбарды, ты ни в коем случае его не показывай. Ё-моё, Гурбан Мэлим, как я могу не показывать? Он руководитель ансамбля себе, он сидит, как я могу? Нет, пускай он бороду сбреет. Один день, два дня. Он же был, этот коллектив был в нашем ведении. Я ему говорю, Вадим, ты давай, да, я тебя прошу, сбрей, да, бороду, все остальное. Он говорит, никогда. Я говорю, слушай, председатель воюет со мной. Он идет к нему, заходит к нему, Гурбан, председатель Гурбан, говорит, слушай, вы коммунист. Энгельс тоже коммунист, Маркс тоже коммунист, они все с бородой. Что вы хотите от моей бороды? Железный довод. Вот, вот такая амортизация была у него. И это сработало? Потом мы его показывали, но не так много, но показывали мы его, да. Там же выросла и Азиза, она у меня на руках выросла, понимаете? Это молодые годы были, мне было 21-20 лет было, и то же самое ему было. Вася Малим, к сожалению, хронометраж нашей передачи не позволяет продолжать. Очень увлекательная беседа, очень интересная. Я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно окунуться в эту атмосферу старого Баку, которую вы поделились сегодня. Я желаю вам здоровья, я желаю вам творческих успехов. Я желаю вам всегда оставаться таким же энергичным, бодрым и таким же интересным собеседником. Спасибо, что вы пришли на нашу передачу. Вам огромное спасибо. Я как-то смотрел вашу программу. Мне спасибо. Очень понравилось, как вы вообще. Ну, вы вообще известный человек еще. Когда вы разъезжали по миру, делали. Я с удовольствием смотрел эти передачи. И очень много молодежи смотрел, особенно ваши программы, потому что все интересовались. Западный образ жизни их всегда притягивал. И вот вы заложили фундамент. Спасибо. Напомню, что сегодняшним гостем передачи «Five O'Clock» был Васиф Бабаев, народный артист Азербайджана, наш известный режиссер, документалист и старый крепостной азербайджанец.
Yeah.